Большая удача! Сегодня в передаче знакомые лица, любимые мордашки, а на десерт, конечно же, классная мультяшка. И, наконец-то, я. Привет, мои друзья! Теперь мы узнаем, как зоки без Бады жили, пока он у тети гостил. Они, бедолаги, наверное, не ели, не пили. Ой, фух. Да. Тоска. Тощища. Скука-то. Скука-тища. Споем. Что ли? Лень. Ну давай. Лень, я сказал. Ну давай. Ну давай. А ну ладно, только ты начинай. Белый Бада прибежал. Черный Бада прибежал. У белого Бады белые бока. У черного Бады черные бока. У белого Бады белая нога. У черного Бады черная нога. У белого Бады белые рога. У черного Бады черные рога. У белого Бады нет белого хвоста. У черного Бады нет черного хвоста. Так нечестно, так нечестно. Ты все время со мной повторяешь. Конечно, нечестно. Ты придумала ведь. А я тут повторяю за тобой глупости всякие. Кстати, чего? Слушай, а у нашего батюшки есть хвост? Конечно, есть. Это я не припомню. Ну да. А что же он нам показал, когда уезжал к своей тете, помнишь? Ой, и рога длиннющие, острющие. И еще вот так вот пальчиком зачем-то. Вот так делал пальчиком. Пальчиком. Хвоста он нам показал, понятно? И думал, что мы ни меда не найдем, ни шоколада, ни варенья. А мы нашли так много! Привет, зоки! Ну, как вы тут без меня? Батюшка, мы тут чуть-чуть пожевали, вот. Полизали. Погрызли, и так чуть-чуть совсем по ушам текло, а в рот не попало. Мед был ужасно горький. На шоколадке я с детства не люблю, фу-фу-фу-фу. А ела? Ела? Да, ела. Не люблю, а ела. Значит, старалась. А это что? Это кто старался? Это я не знаю, ну что, это же мне, это пустяки. Это пустяки. Да вы же за один раз месячную норму слупили. Из-под меда. Пустяки. Так, все понятно. Вторым будешь. Нет, никогда я не буду вторым. Потому что второму может ничего не достаться. Так. Этого достанет. Первый
не догадываешься? Ой, ой! Зок, скорее лезь в мешок! Стихи. Ой, Зок, слушай, тут, похоже, раньше был сахар. Да тихо ты, не чмокай, а то он услышит. Кто залез в мешок? Шоколадки съел? И кого держу за кудри я? То ли это Зок, то ли это Хек, то ли это рыба Пумбрия. Очень хорошо. Я вас записал. На мед? На взбод. Не интересуюсь. Так. Всем умыться и построиться. На завтрак сегодня. Мед с изюмом. Гон с визгом. Эх, а умываться-то зачем? Да с вами ж бодаться страшно. Вы же липкие такие. Фу, фу, фу. Эх, ну что, понятно? Да, всегда так. Что сразу давно умывать? Это мешок прицепился. Пойдем.